жилище наше в тишине угрюмой. Лишь метроном не устает стучать, а людям остается только думать, молчать и думать и молчать. О чем же мы? О небе без бомбежек, в который раз о хлебе и тепле. Я вам отвечу, и об этом тоже. И главное скажу, о всей земле, где мы, земные дети, сейчас в тисках блокады и зимы, о всей земле, беспомощной планете, которую сейчас спасаем мы.